Оренбуржец сообщил пользователям социальных сетей, что до его 11-летней дочери пытался домогаться неизвестный мужчина. По его словам, возможно, злоумышленник подкараулил девочку по пути в школу и попросил помочь разобраться с телефоном. Позже выяснилось, что это не первый случай. Живу в 24-м микрорайоне, да, с дочкой. Утром шла в школу она. По дороге к школе между двумя садиками подошел мужчина. Сначала спросил время. Она ему ответила, сколько времени. Пошла дальше, он начал ей какой-то телефон старый показывать. Говорит, не могу включить, покажи, как его включить. Что-то, может, сломался. Она говорит, нет, я не буду смотреть его. Он подошел, вот у тебя спина грязная, пытался тряхнуть. И мимо проходила женщина, повела ее и сказала, что этот, говорит, мужчина стоял сейчас за углом, говорит, видел, что ты проходила мимо, и, говорит, вышел к тебе, специально пошел. Спасибо ей, кстати, большое, не знаю, видит она или нет. По словам мужчины, в школе выяснилось, что в аналогичную ситуацию попала и одноклассница его дочери тем же утром. Приметы они называли одинаковые. Смуглый мужчина не русской национальности, в черном спортивном костюме с красными полосками. В руках телефон красного цвета. Конечно, я был в шоке, если честно, выбежал на улицу, но обошел в районе, никого не было уже. Вконтакте пост выложил я, пишут много комментариев, что именно по описанию похожий мужчина подходил и на 60 лет октября к девушке, через дорогу за Радугой школы, не помню номер какой у нее, и что в подъездах поджидает, и несколько случаев было, что в подъезде с красным телефоном Nokia пытался к девушкам приставать, приобнимал их тоже, ну вот возраст 11-13 лет. Мужчина сообщил о случившемся классному руководителю дочери, чтобы информация дошла и до остальных родителей. В ближайшее время он планирует обратиться в полицию.